Привет всем владельцам техники сейфмото и всякой разной механики. Смотрите, что это у нас. Я даже не буду там говорить, угадайте, что это за квадроцикл. Смотрите, это Overland литровый. К сожалению, нет возможности снять на него прям полноценный обзор, потому что его уже купили, и вот сейчас человек его забирает. Но, тем не менее, всего 200 штук таких в России квадроциклов. Ну, я считаю, конечно, маловато на всю Россию 200 штук. Вот у него бедлоки, колеса стак. Вот, ну, в основном все это как на литре. Ну, плюс там бампера. Видите, у нас там этот самый, как его зовут, вот такое вот стекло. Я так понимаю, что докупить это уже нельзя никак будет. То есть вот такой вот эксклюзивчик будет. Всего 200 штук. Ну что, пожелаем удачи новому владельцу, чтобы катался, не ломался. Ну а все остальные, трогайте свои колокольчики, подписывайтесь на канал, ждите новые видео и катайтесь, не ломайтесь.